2018 год начнется с суперлуния. Луна будет на 14% больше и на 30% ярче. В понедельник, 1 января, жители Земли смогут наблюдать суперлуние. Об этом сообщает пресс-служба НЕСА. Луна будет на 14% больше и на 30% ярче, прогнозируют специалисты. Наблюдать суперлуние можно будет с вечера 1 января и до утра 2 января. После этого наблюдать суперлуние можно будет 31 января, причем оно совпадет по времени с полным лунным затмением. До этого суперлуние фиксировали в ночь с 3 на 4 декабря. Ранее в сети собрали самые яркие фото суперлуния со всего мира. Суперлуние показали на ускоренном видео. По материалам сайта newsgro.com.